Чисто. Черт, контакт! Где он? Я его не вижу. Чувак, это сраный полтинник. Не высовываться. Чисто. Чисто. Черт, контакт! Где он? Я его не вижу. Чувак, это сраный полтинник. Не высовываться! Точно в отеле! Перебежками по укрытиям. Надо его выбить. Готов, пошел. Двигаемся. Иду. Иду. Спускаемся на край. Он башку высунет, тут мы его и шлепнем. Ага. Ближе к стене. Блэк, жди, пока мы на позицию не выйдем. В кучу не сбиваться. Вперед! Так его видно? Есть. Блэк, давай! Там. На той стороне улицы. На полпути где-то. Прочно засел, гаденыш. У меня гранатомет есть. Дай его Блэку. Лучше тебя никто не сделает. Видел, блеснуло. Размажь его. Давай, братишка! Я тебя прикрою, и ты ему всадишь. Он не высунется. Готовность. 3, 2, 1. На подавление! Лучше тебя.
тебя никто не сделает. Видел, блеснуло. Никто не сделает. Видел, блеснуло. Размажь его. Давай, братишка! Я тебя прикрою, и ты ему всадишь. Он не высунется. Готовность. 3, 2, 1. На подавление! Это было красиво. Мы крутые? Мы крутые. Давайте найдем этот патруль. 1-3, санитарная команда. Мы тут вашего парня подлатали. Готовы забрать его на базу. Можете нас прикрыть оттуда? Конечно. Какое направление? Прием. Север. Бродяга 1-3 на позиции. Все чисто. Вас понял. Выходим. Прием. Отслеживать противника. Наши парни там как на ладони. Вижу противника. Движение на улице. На балконах слева! Боевики на крыше четко перед нами. Противник! Отслеживать улицу и крыши! Один, три. Похоже, все чисто. Мы выходим. Отбили! Все чисто! Да ты прикалываешься! Они идут к нам. Думаю, они в здании. А мы можем убраться с этой ведущей крыши? Пожалуйста. Да. Назад мы уже не пойдем. Надо найти другой путь. Это нереально. Это можно использовать как мост. Давай. Сраный бойскаут. Пошли, пошли. Бродяга 1-3, это бродяга главный. Доложите обстановку. Небольшая задержка. Продвигаемся к расположению цели. Прием.
Мы идем. Надеюсь, они в порядке. А что будет, если победят ССО? Страна под руководством террористов? Плохо дело. Брат, да Америка основана террористами для террористов. Ты думаешь, кто войну за независимость вел? Историю пишут победители. Как ты вообще в морпехи попал? Да я и сам удивляюсь. Дерьмо. У нас тут раненые 200. Понял. Бродяга главный. Я бродяга 1-3. Нужно эвакуировать раненых. Прием. 1-3, думаю, это возможно. Ждите инструкции. Конец связи. Слушай, с этой хренью что-то не так. Ага, я вон что нашел. Это очень плохо. А вот тут вторичное. Вторичное, так точно. Блять, ребятки, мы привлекаем слишком много внимания. Ты что, провод не можешь обрезать? Я не буду ничего резать, пока не пойму, куда он идет. Блэкберн, ты пойдешь. Иди по проводу. Некогда здесь гулять, Блэк. Вернись сюда! Здесь подкрепление 1-4. Давай уже обрежем этот провод.